Всем привет, ребята! Меня зовут Руслана, это моя собака Лёля. И она сейчас кушает вкусняшку. Сегодня будут большие покупки из зоомагазина. Вот они все. Ну что ж, давайте мы начнем. Это вот такой вот корм Грандорф Adult Maxi. Это для Миши. Мы уже перешли на... для взрослых собак, не для джуниоров. Вот. Тут 12 килограмм. В общем, тут также ягненок и рис. В общем, вот так вот, холестеклаз, гипоаллерген. Все, вот, стоил 4800. Следующее, что я купила, это две вот такие косточки, две куриные ножки, Лёльки. Вот, вот такие вот, кирпичники. Стоили по 16 рублей каждая. Потом, вот такие витаминки. Тут 10 штук, это кальций, не помню, как фирма называется, а 7 в одном, блин, я забыла, я не помню, как там... Называется, там что-то, там какая-то цифра в одном, я не помню. Ну, напишите в комментариях, кто помнит, я забыла просто, не помню. У нас такие были, я взяла сейчас разрез, такие витаминки с кальцием для Миши. Лёля такие не любит. Да. Следующее, это вот такая вот водилка для Мишки, потому что она тоненькая, я понимаю, но, скорее всего, Миша подойдет. Ему прицепляю ринговку. Ой, нет, не ринговку, как это называется, сейчас... удавку, и к ней прицепляю, просто это удобно, я не могу ни один лёлин поводок короткий найти, я не знаю, куда они все подевались, вот, то есть буду вот так вот водить, это, в принципе, удобно, стоило 85 рублей, а витаминки, по-моему, 25 рублей. Дальше, это такая вот косточка белая, я знаю, что вот это вот, то, что они не очень плохие, белые кости нельзя покупать, ребята, я в это не верю. Вот Лёля уже какой год любит вот такие вот беленькие косточки от Титбит разные. Жива-здорова, водили к ветеринару, желудком все отлично. Ладно, вот я Мише впервые такую покупаю, еще при том, то, что, во-первых, она дешевле, во-вторых, не было еще косточки с сухожилиями. Остальные все косточки маленькие. Миша это просто проглотить и не почувствовать. Хотя бы вот такой вот, потому что с сухожилиями не было. Ну да, вот. Только в белые были из больших и все. Вот. Дальше это крем питательный для лап собак. То есть, если у собачки... Вот Лёлька Ляш, покажу. Смотрите, видите, у нее уже как бы и мозольки есть. Вот раньше не, ну, вот, как бы не обращала на это внимания. Думала, ну это как бы обычно у собаки. Вот. Но почитала в интернете, посмотрела. И, в общем, сказано то, что надо, если такое есть, то есть надо уже кремом мазать. А еще зимой там воском. Давай кувырок делай. Давай кувырок. Ай, молодец. Вот. И я купила для Лёли и для Миши, чтобы мазать лапки, чтобы они были у них мягенькие, хорошенькие. Ой-ой-ой, он еще разлегся. Лёля. Совсем бум-бум уже, да? Хусенький. Да. Так, дальше. Дальше, что я очень-очень-очень долго хотела, вот прям капец как долго хотела, это вот эта вот сумка для дрессировщика. Так как мы поведем в это воскресенье Мишу на выставку, я поведу. Я даже видео постараюсь снять, я в субботу на груминг, то есть завтра тоже постараюсь снять, я не говорю, что точно. В общем, вот это я возьму на выставку. Вот сюда вот я вот предполагаю, то, что вот сюда вот, ну или я, вот сюда я буду ложить какую-нибудь игрушку, например, там мячик просто какой-нибудь. Сюда лакомство. Вот сюда у меня мой телефон четко подходит. То есть я вот сейчас на него снимаю, не могу показать. Но у кого iPhone 5 или 5S, он четко просто вот сюда подходит. Вот прям вот прям четко и скрывается. А вот сюда вот, мне кажется, надо прицеплять поводок, и чтобы собака шла рядом, и ее держать не надо. Но я точно не знаю, я не смотрела, стоил 1340 рублей. Вот. Ну, вот такой вот пояс, мне он прям понравился, очень классный. Я его долго очень хотела себе. Так, давайте дальше. Кстати, вот эта косточка стоила 240 рублей, по-моему. Вот этот крем стоил 155, да. Дальше это вот такое легкое говяжье Титбит. Это Лёлина любимая. Так как вот сейчас покажу ее. У нее уже почти закончилось. Вот тут чуть осталось. Давайте ей дадим. Нет, Лёля, сидеть, суслик. Подыщи. Кувырок. Кувырок. Давай кувырок. Кувырок делай, давай. Ай, решено. Молодец. Вот обожает. Просто вот. Самое любимое, что только может быть, это вот легкое. Так,
вот это вот еще одна упаковка. Давайте дальше. Дальше это корм для шустрика Little One. От фирмы Biofar не было, а это вот самое нормальное было в магазине, а от Biofar просто не было для шиншилл, для других там, для хомяков было, для этих белок каких-то, я не помню, как они называются, тоже было, а вот для шиншилл не было. Вот это взяла, стоило 234 рубля. Юль, это не тебе. Уверяю тебя, это не тебе. Дальше это вот такая вот переноска для собаки. Блин, где Ленда зацепилась? В общем, сажается сюда собачка. Сюда одна лапка, ну, передние, сюда задние, вот сюда вот хвост. И вот так вот на спину одеваешь или на живот, и носишь собаку там по парку. И... Лёля, я сейчас дам кому-то. Берет пакет, грызет. Ты офигела? Лёля, это что такое? Вот вообще воришка наделалась. Собирала посылку, короче, Эльди. Ну, она уже распаковала ее в одном видео. Вот кто смотрит, посмотрите. Я, может, оставлю ссылку под ее видео. В общем, собирала посылку, дала вкусняшек Джинни. Положила в коробку. Взяла, прихожу домой, смотрю, все вкусняшки разорваны. Поругала ее, второй раз сложила. Уже сверху как бы книжку положила. Она каким-то образом отодвинула эту коробку, перевернула. И все равно достала. Потом, короче, вот опять ее поругала. Третий раз кладу уже вкусняшки, их уже почти не осталось. Уже положила, знаете, вот на стул, потому что она, ну, вряд ли уже туда полезет. Положила сверху еще книжку. Прихожу домой, все равно все вкусняшки. Короче, потом неделю вкусняшки не ела, потому что она за это время столько съела. Я чуть убить хотела. Тебя, улыбальщица. На. Это. Улыбака, собака. Фу, Ванечка, уйди. Вот, это я заказывала с Алиэкспресс. Вот такой вот. Ну, блин, это, в принципе, удобно. Но я на тот момент жила на вот строе. Ой, господи, в городе, короче. Жила я, сейчас я уже живу как бы в доме, в частном. И это как бы особо не нужно. Вот, Лёля во дворе гуляет. Я думала, это по городу гулять с ней вот так вот. И еще одна переноска, но она важная, она нужна нам, как бы сейчас, вот когда щенки у нас были, мы здесь их перевозили. Вот сюда вот стелили много полотенец разных, там пледиков, и вот сюда вот ложили. Кстати, вот это вот стоило 600 с чем-то рублей, по-моему, или 500, а вот это стоило 1200 по скидке, потому что все остальное было очень дорого. Это хорошая цена, потому что смотрю, что в магазинах, и там вот такие вот стоят, вот такой другим цветом, там черным, зеленым. Они там стоят где-то 1000 по 3, по 4. И это дороговато для такой переноски. И, кстати, она вот так вот хорошо держится, потому что мы с дедушкой вот заморочились. И вот сюда вот попросовывали проволоки. Вот видите, тут такие вот, чтобы вот здесь корпус держался. И вот тут вот. Потому что когда нам ее прислали, она постоянно сгиналась. И вот так вот, когда мы поднимали, то есть... вот эти вот фигни, они вот так вот внутрь сгибались. И там собаке было невозможно лежать. Она как в таком... Какой-то, знаете, как в сумке просто такой лежала, в которой все прижато внутри. Вот, а сейчас тут нормально, то есть она держится, все вот так хорошо. Вот, да. Ребята, это были все покупки из зоомагазина. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока-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 
вопросы под видео какие-нибудь про меня и про моих животных, я буду снимать вопрос-ответ. Да? Лёлька, собака отдыхака. Кайфовщик. Кстати, никто не знает, вот кто знает, напишите в комментариях, вот, Лёль, сидеть. Почему у нее на носу пятна появились разные? Сейчас покажу. Давай фокусируйся, да что ж такое. То есть Лёле уже 6 лет, и... Вот, то есть, видите, вот раз пятно, два пятно. Я не знаю, что это за пятна, кстати, было... А, вот еще одно, но его меньше видно. Вот я не знаю, что это за пятна такие, откуда они появились, никогда их не было. И где-то вот на 6-м году ее жизни они начали появляться. Я не знаю, что это такое. Кто знает, напишите в комментариях. И всем пока!